Окей, очень хорошо. Еще. Бум. Бум. Еще. Да-да-да. Ага, еще. Бум. Бум. Очень хорошо. Еще. Ты про ту... Да, вот, ну, желательно. Да. Поехала, поехала. Бум, во-во-во-во, поехала. Бум, все. Это называется, ну, полу... Я вам говорил, это открытое. Ну, это полуоткрытое там или закрытое. То есть я закрыт от корта. А так я открыт. Удобнее бить для начинающих с закрытой. Мы сейчас начнем с тобой. Ты уже изначально будешь стоять в какой? В открытой или в закрытой? Здесь сейчас в открытой. Сейчас в открытой. А когда... Так, вот закрытый, да, понимаешь? И когда я скажу, сейчас я тебе буду набрасывать мячи, скажу, тебе набрасывать мячи, ты будешь мне их бить. Я говорю, покажи панель. Ты изначально будешь стоять в какой? Закрытой, понимаешь? А начинается все с открытой. Поехали. Открылась. Да. Раз, два. Супер. Поехали. И даже вот эта рука. Еще. Еще, давай. One, two. Ага. Бум. Еще. One, two. Ага. Бум. Чуть-чуть бы я бы капельку. Все-таки вот это вот 90, да. Вот здесь. Ты понимаешь, ты как-то вот так вот. Да. Да, а ты вот здесь держи. И вот начнешь. Она у тебя туда-сюда. Помнишь, я тебе говорил? Мячу. Супер. Давай еще раз. Здорово. Опа. Еще смотрю там за спиной. Давай. Тормоз. Супер. Бум. Yes. Теперь смотри. Тут это...